Здравствуйте. Хочу вам показать, как сделать регулятор потока в батарее для нижнего соединения. То есть нужно взять резьбу, сделать надрез болгарочкой, взять заглушку на 3/4, сточить, сделать две резиновые прокладочки вот так, чтобы лезли вот в непелек. Одна внутренняя, одна наружнее. Дальше берем резьбу, накручиваем и так. Это служит для дальше ближе соединять. И вот так вот в радиатор просовывается. Так вот. И отсюда получается, выходит, это можно подрегулировать. Обычно вот здесь я просто заклеиваешь на клей. Все, получается вот так. Регулятор потока для нижнего соединения. Простенько. И стоит рублей 70. Просто когда заглушка нужна, левая или правая, и потом уже вот сюда доклеить надо. Как-то вот так. То есть вот так он будет в радиаторе работать. Здесь вот этот вот ниппель и вот этот самодельный. И так будет работать. То есть вот этот ниппелечек он внутри. И соответственно сюда внутрь.